Ты наверняка знаешь, что в микроволновке используется трансформатор, который вырабатывает очень высокое напряжение. Но в этот раз мы решили переделать его, и он у нас будет повышать не напряжение, а силу тока. Начинает гореть, как бенгальский огонь. И мы покажем, на что способен этот огромный ток. Выключать. Срочная новость. Тысячи людей прямо сейчас зарабатывают до 50 тысяч рублей в минуту. Флеты, тренды, торговые стратегии. В общем, нет времени объяснять. Ссылка в описании. А я пошел торговать. Для этого я снимаю высоковольтную обмотку трансформатора и на ее место укладываю три витка толстого провода. В этом проводе индуцируется ток просто огромной величины. Этот ток с легкостью расплавит практически любые металлические изделия. В конце замыкаем магнитопровод. Эту пластину можно не приклеивать, так как магнитное поле намертво ее примагнитит. Вибрирует сильно. Видно. Пятна какие-то. Он уже закипает. Металл? Ага. Оно так греется, а эти греются. Я перерыв может сделать. Несмотря на такой огромный ток, это электричество абсолютно безопасно для человека, так как здесь очень маленькое напряжение. Не кислее обычной батарейки. А вот сила тока тут реально зверская. 800, ничего себе. Всего за 2 секунды провод нагрелся. Это говорит о том, что там действительно где-то около килоампера. Врубай. Смотри, что этот ток вытворяет с гвоздем. Греется там, где клеммы. Не знаю, радоваться этому или нет. Но светится, ой-ой-ой, как классно. Обалдеть, как он светится. Класс. Я решил соединить два трансформатора из микроволновки, чтобы увеличить мощность. Давай. Ой, там конденсатор был, мы забыли снять. Тут важно не перепутать фазировку, иначе они оттолкнутся и бахнут. Теперь провод осталось засунуть. Проверим, что получилось. Ух ты, давай еще. Еще, как сделал. Огонь. Так, еще. Вот это. А ну, так ключи пойдет или нет? Он расплавился, я вижу. Паял его. Вон там капелька, смотри, капелька, видишь? Гвоздь расплавился. Да, расплавился, прикинь. Ничего себе. Вот эта мощь Таши надо. Трансик не греется. Проверим силу Лоренца этих трех витков. Они у нас в данный момент коротко замкнуты. Вот таким болтаем соединение. Ну что, посмотрим, вылетят они чи не вылетят. Ха! Вылетели. Интересно, а гаечный ключ точно так же расплавит или сгорит трансформатор? Поставь видео на паузу и напиши свои предположения в комментарии. Изоляция провода такая вонючая. Фу. Провод малёха подгорел. Руки обжигает сильным жаром. Пришлось прервать и взять плоскогубцы. Чего не так ярко? Короче, он светится как лампа. Ярко-ярко. Бенгальский огонь перегорел. Смотри, кипит. Кипит металл. Начинает гореть, как бенгальский огонь. Металл закипел. Металл закипел. Смотрите, что если ручку прислонить к этому чуду. Она моментально. Ярко. Замкнула. Вот такая, сиди. Блин, трансформатор сгорел. Сгорел, провод прогорел просто. Мы его перегрели. Что, допалим его тогда? Да хватит с ним. Ну, ради зрителей.
Еще. Да ничего. Да. Короче, получается очень ядовитая дымовуха. Лампа. Все, надо выключать. Перестарались. Кошмар, это такая вонючая штука. Достаточно несколько раз вдохнуть этот дым, и все, конец. А знаешь почему? Потому что это поливинилхлорид. Выделяется, если не ошибаюсь, соляная кислота. Ну или... Фу, я вдохнул. Бля, проплавило кирпич. Вот это температура. Сколько ж там градусов? Жалко, у нас нет лазерного термометра, чтобы замерить температуру. О, вот это кирпич превратился в такое вот кепиво. Откроем, посмотрим, что мы тут наделали. Очень горячий сердечник. Аж держать больно. Вау! Как оно его вплавило. Немного витков синей изоленты, и трансформатор вновь готов к работе. Этот ток вызывает мощное магнитное поле вокруг провода. Смотри, как весело подпрыгают маленькие магниты. Ну и по многочисленным просьбам наших юных зрителей. Спиннеры! Да, мы будем его сейчас раскручивать электрическим током. Почему он не крутится? Ведь магнитной силы предостаточно. Может, через подшипник пустить ток? О, он плавится, он не раскаляется. Смотрите. Он... подшипник крутится. Пошел процесс. Во-во-во-во. Подшипник горит, держи. Там шарики, смотрите, они светятся. Он стоит с ума. Ёлки-палки, развалился. Провод вот-вот расплавится, поэтому мы делаем перерыв. Смотрите на спины. В общем, провод у нас опять раскис. Сырок расплавленный в микроволновке. Он из какого-то легкоплавкого металла, потому что он даже до красна не раскалился. Баллон, да ты же лопнешь, деточка. А ты включи и отойди. Ого, газ вышел. О! Пошло. Держи. Ярко там вообще. Я не держу. Я затушил, я подорожу. Да, оно прям прожигает, оно режет. Держи. Сейчас затушим. Водичка рядом. Все, наверное, выключается, проводит она будет. Хорошо. Баллон разрезало как сваркой, притом автоматически. Интересно, а консерву тоже так откроет? Ой, она буйная, я выключил с перепугу. Доля секунды, и мы имеем уже маленькое отверстие. Ух ты! О, а запашок какой, а? Она не просто открылась, она еще и разогрелась одновременно. В следующем ролике мы сделаем необычную и полезную самоделку, используя этот сверхвысокий ток. Как ты думаешь, что же это будет?